Оцените игру команды в первом матче. Ну, если брать в целом, то, наверное, скорее всего, я больше доволен игрой команды. Понятно, что мы недовольны результатом, мы рассчитывали на немножко другое. Ну, если в целом брать, я доволен, как команда действовала, особенно в атаке. У нас достаточно было количества голевых моментов, мы могли эту игру не проигрывать. Вот. Но для того, чтобы побеждать, надо, конечно, реализовывать свои моменты, которые у нас были. А их было достаточное количество. Но мы понимали, что мы играли с достаточно опытной командой, вот, которая воспользовалась нашими ошибками и достаточно для того, чтобы оказалось, чтобы победить нас. Ренат Нуралиевич, оцените в целом игру команды в первом туре. Ну, было видно, что волновались ребята. Сразу такая игра происходила скованная. Много ошибались в передачах, много было потерь. Но в целом, если взять саму игру, то хорошие мячи забили, хорошие были комбинации, еще могли забить, но плюс нас еще выручил вратарь Семен. Вот. Обоюдно такая острая была борьба, и на ответных атаках практически проводили эту игру. Хочу поздравить всех с победой. Она для нас очень значима, потому что первая игра, она всегда волнительная. Где-то что-то не получается у футболистов, но опять-таки эта победа нас направит в правильном направлении. И мы с хорошим настроением уже в следующем